Подожди, это что такое? Это такой скин у Кассандры? Странно, конечно, странная опция, конечно, выбрать Кассандру против Макси, но, может быть, Спирит знает то, чего не знаю я. Видимо, много. Попенье. Плюс. Не панишь, это минус 18 тирачи, что такое, это вроде бы... Вроде бы так все просто для Макси. Нажал там FC3B и получил дамаг. А панишь опять был. По крайней мере, от Макси. Не садится под хаем, это будет очень много урона. Полез. Спирит лезет. Господи, спирит лезет повсюду. Так. Получает метр. Нет, не получает заряд. По блоку заряда что не было. И просто 6А плюс Б. 6А плюс Б забирает этот раунд. Набирает метр. Много очень Макси. Хорошая комба. Немножечко дебаггера. Разводочки от Макси очень неприятны. На хите там можно только гикнуть. Нет, 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 Спирит, вы оба жмете, поэтому делать какие-то разводки, когда кто-то жмет, это не, просто непростительная. Непростительная ошибка. Включается Soul Charge сразу. Господи. Макси просто перебивает все. Я думал, сейчас будет улет Таки ДП, но это не Таки, это Кассандра. У нее таких нету читов. Lethal Hit. Много урона. Мог сделать, мог, он мог убить CE. Ну и это и так хватает. Слишком хорошие стойки у Макс сейчас сделали. Слишком сильные. Это автоги. Автори. Оно авторикает вообще все. Вот. Вчера в испанский Макс занял второе место, при этом ничего особо не делал. На итальянском турнире на PS4. Вот. Я вчера, точнее сегодня ночью уже скидывал все эти стримы, может кому интересно посмотреть. Выбирает 2Б. Ну, на самом деле, можно было бы взять и, в принципе, Таки. Ну, не знаю, просто либо Спирит хочет перемешать тирач, либо у них другие планы. Я не уверен, что раз он за Кассандру так плохо, ну, как бы ориентировался против Макс, что он будет за 2Б лучше это делать. Я в этом сильно сомневаюсь, и вот, может быть, он мне... докажет обратно. А не хочет, хочет тирач пока жать блок. А Спирит влезает, 2 плюс Б. Плюс. Опять полез. Много урона, сейчас будет рек какой-нибудь. Нет. Все-таки Спирит не знает Макси. Ну, то есть. Конечно, я не знаю его познание, но, по крайней мере, каких-нибудь там ги. Там, приседаний под хаями. Ну, хотя на самом деле, судя, что происходит на экране, они друг друга персонажи точно не знают. Вот, что Терача, что Спирит. Много урона сейчас будет, не угадывает. Наконец-то делает дебаггер там и не угадывает тирача. Плюс. Бросочек. На самом деле, вот эту стоечку так сильно нерфанули, что там, я думаю, можно почти везде на блоке жать 2 и перебивать. Не блочит. Опять, ну... плохо очень ориентируется... Тирача умирает с 2 метрами в этом раунде, мог потратить его, либо потому что у него ждал еще 1 метр. Не стоит махать так хаями против Макси, господи, ты махаешь. Сейчас будет комба, много урона. Тирача нельзя сказать, что у него есть метр. Это его основная пока сейчас ошибка. Включает его наконец-то. Взрывается при этом. Я не уверен, что это все было комбой, но кто я такой? Это ресет. Еще много метров включать надо, Soul Charge.
У Тирач он есть. И жрет Б. Ну, Тирач, по-моему, совсем не знает 2Б. Вот, к сожалению, для него. А Спирит жмет Ре против Макси, что тоже, как бы, мягко говоря, неправильно. Вот. Но... В общем, посмотрим, чье незнание победит в этой битве. В этой, можно сказать, сражении. Проход дальше. За проход раунд 4. Посмотрим. 6Б начинается. Бой. Миксапс. Господи. Это ХАИ. Можно было присесть. Надо срочно смотреть анти 2Б гайд Тирачи. Белял. Ох. Добил все-таки. Ну, нельзя так, Тирачи. Нельзя так на Рво 2 плюс Б делать. У тебя есть стойки. Ими надо миксить, не заниматься ерундой с 30-фреймовыми дебаггерами. 1-0 по раундам, пользу опять. Спирит отказывается в этот раз паништ. Спирит, как бы, традиционно его слабость... Господи, Акуба посетил. Ну, я хотел сказать, что у Спирита традиционная слабость к панишам, но... Плохо достаточно к панишам. Если Спириту, точнее, если Тирач хочет делать лоу, у него есть 1Б у Макс. Опять. Да. В общем, забивает, конечно, на незнание, Тирач... К сожалению, Тирач это... Не уверен, что это... О боже, какой там рейндж! Я должен сказать, вряд ли это будет паниш, но это паниш! Это... Снимает 80 хп. Спирит, естественно, лезет. Просто любитель повылезать. Но кто мы такие, чтобы мешать? Нельзя забывать про метр. Господи. Это килл. Но... Тирачи, ну, ничего не делал с того, чтобы, например, под хроями. У него вот есть долгий удар, который... Точнее... Удар быстрый, но он гнется под хай, дает ли этот хит, и он его ни разу не делал.